Всем привет! Сегодня будет очень необычное видео. Это видео-подарок. Дело в том, что мой канал на YouTube преодолел отметку в 10 тысяч подписчиков. Всем большое спасибо, кто смотрит видео, учится у меня, ставит лайки и задает вопросы. И вот по этому знаменательному событию я хочу сделать всем подарок. Вот такую бумажную девочку Pani Girl. Внимательно смотрите это видео, и в какой-то момент в нем появится активная ссылка, перейдя по которой вы сможете скачать себе эту куклу, которую нужно будет самостоятельно распечатать, вырезать и собрать. В этой ссылке будет несколько листов. Лист с девочкой, с деталями, которую вам необходимо будет самостоятельно вырезать. Также два листа с коробкой. Основа коробки и крышка, которую вы тоже самостоятельно вырезаете, собираете, и в дальнейшем вы можете декорировать крышку так, как вам нравится. Я выбрала для своей крышечки вот такой не очень сложный декор, и моя девочка будет жить вот в такой коробочке. Также ссылка будет лишь содержать лист с инструкцией на русском и английском языке, которая поможет вам сориентироваться в сборке куклы, если вы делаете это впервые. Для сборки девочки вам понадобятся ножницы, чтобы вырезать детали, какое-то количество братцев, это могут быть классические братцы в виде гвоздиков или фигурные братцы в виде звездочек, сердечек, цветочков, ну, возможно, каких-то еще фигурных фрагментов, и шило, чтобы сделать отверстия, в которые будут вставляться братцы. Но если у вас нет специального шила, можно взять толстую иголку и делать отверстие в бумаге с помощью иголки. Девочка, которую вы соберете, может иметь несколько вариантов прически. Вот такие короткие волосы, которые можно задекорировать венком или небольшими цветочками. Также лист с куклой содержит несколько вариантов длинных волос, и можно прикреплять их на волосы девочки целиком или выборочно. Таким образом, ваша девочка может иметь второй вариант прически, средний. Вот эти узкие локоны можно прикреплять к месту крепления ушек. Или можно прикрепить к низу основных локонов. И тогда прическа будет, не прическа, а длина волос будет еще длиннее. Это на ваше усмотрение, можно напечатать себе несколько девочек и сделать их с разными прическами. Также в дальнейшем, я думаю, что вы сможете самостоятельно из бумаги для скрапбукинга вырезать какие-то силуэты платьев, в которые будете наряжать свою девочку. Надеюсь, такая бумажная крошка вам понравится, вы получите удовольствие от сборки и декорирования такого маленького подарочка. А я с большим нетерпением буду ждать ваши фотографии. Если у вас останутся какие-то вопросы по сборке куклы, вы можете написать их в комментарии под видео или мне лично. Буду рада всем ответить и помочь. Но надеюсь, трудностей у вас не будет, вы получите колоссальное удовольствие от процесса сборки игры с куклой. И хочу сказать еще раз всем большое-большое спасибо
рада, что вы со мной. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!